Тем временем в сети весь мир объединил хэштег «Pray for Berlin». После трагического происшествия на рождественской ярмарке в немецкой столице пользователи социальных сетей призывают молиться не только за Берлин, но и не забывать жертв подобных трагедий в других городах. Люди делятся своими переживаниями и словами поддержки в адрес жителей города и, прежде всего, близких погибших и пострадавших. Напомню, накануне грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. В результате атаки погибли 12 человек и 50 раненых. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, второй злоумышленник погиб на месте.